Здравствуйте, меня зовут Калачева Людмила, я ученица 10 класса МБОУ Бучкинская СОЖ имени Григория Федотовича Николаева. Тема моей работы – функциональный провод задержки дыхания и ее влияние на сердечно-сосудистую систему у учащихся, занимающихся в секции стрельба из лука и учащихся, играющими в компьютерные игры с помощью цифровой лаборатории Bitronics Lab. Актуальность исследования. Физическое развитие детей и подростков является одним из важных показателей здоровья и благополучия. Цель работы – изучить способность задержки дыхания при разных условиях – на вдохе, на выдохе, до и после нагрузки, и оценить влияние функциональных проб задержки дыхания на частоту сердечно-сокращений учащихся, занимающихся стрельбой из лука. Задачи – проба Генти, проба штанги, проба Серкина, объект исследования, учащиеся школы, предмет исследования, исследование состояния дыхательной системы учащихся, активно занимающихся спортом, стрельба из лука, гипотеза исследования. Считаем, что если нам в ходе исследования удастся выявить определенное положительное влияние занятий спортом на состояние дыхательной системы, то можно будет пропагандировать их как одно из средств укрепления здоровья. Методы исследования, теоретические и практические. Функциональная проба Генти. Делаем 2-3 глубоких вдоха, выдоха, глубоко выдыхаем и задерживаем дыхание на максимально возможное время. Функциональная проба штанги. Для этого после 2-3 глубоких вдоха, выдоха, глубоко вдохнуть и задерживаем дыхание на максимально возможное время. Функциональная проба Серкина. Для этого испытуемому предлагаем делать 20 приседаний в быстром темпе за 30 секунд. Функциональная проба штанги 2. Далее испытуемый в быстром темпе сделать несколько серий вдохов, выдохов за 30 секунд. Анализ полученных результатов. Результаты Лены 16 лет занимаются стрельбой из лука. Результаты Элиты 13 лет занимаются стрельбой из лука. Результаты Января 16 лет играют в компьютерные игры. Результаты Самсона 13 лет играют в компьютерные игры. Выводы. Средние задержки дыхания. Январь 27,25 секунд. Самсон 28,75 секунд. Лена 21,5 секунд. А Элита 16 секунд. Лучший средний показатель у Самсона. Лучший показатель задержки у Января. Лучший показатель 40 секунд. Самый худший тоже у Января 10 секунд. У девушек стабильная задержка дыхания. У всех наблюдается худший результат дыхания после пробы Серкина, приседания. Р-Р-интервал во время пробы меняется от и нагрузки испытания. Р-Р-интервал после пробы у всех увеличивается. Заключение. У девочек, занимающихся стрельбой из лука, задержка дыхания равномерно и не скачивает сильно от физических нагрузок. Это объясняется тем, что в стрельбе из лука немаловажную роль играет правильная задержка дыхания. У Самсона тоже хорошие показатели исследования. Если он занимался стрельбой из лука, показал бы неплохие результаты. Цифровая лаборатория Bitronics Lab помогает при проведении коротких исследовательских работ и занятий в области физиологии человека и нейтротехнологии.